Дорогие друзья, что хочу сказать? Всем привет! И я очень рад для вас записывать пока что. У меня есть время. До этого-то я так записываю ролики раз в неделю, но пока я могу снимать почаще, потому что у меня есть время, все у меня, можно сказать, зашибись. Правда, вот есть одно «но». Я сейчас недавно снимал, я не знаю, на каком моменте сохранилось. Ну, короче, сейчас проверим. Как описать чувства? У меня просто что-то игра зависла, подлетела и все. Видишь небо. Когда видишь город, в круге, поганый просто. Хренак все зависло и все. Я не знаю, сохранилась ли эта запись. Но монтаж вот делать и объединять, я не знаю, подумал. Просто мне кажется, при монтаже потеряется качество моего ролика. Так, ладно, вот мы остановились вот на этом моменте, когда я проходил. У меня, правда, вот буяк подвисло и все. Нету. Ладно, приятного просмотра, вы меня, конечно, извините. Фига себе, экономно, я что, с двух патрон положил каждого? Главное что, помнишь, Арка, помнишь? Главное, золотые стены есть. Помнишь? Желтые стены есть. Ору. И чё они отходят? Давайте сюда, заебали. А почему у меня не очередями теперь стреляют? Да это вот так охеренно. Ну не очередью, а вот прям одновременно хуярилось. Просто я нажимал одну кнопочку и все. Или мне теперь надо... ой, блядь. Двумя вот так. Хотя нет, видишь, не работает. Бегу, блядь, родной. Хуя себе, ну съебались, и то хорошо. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее. Спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона. Там были друзья. Бля, в натуре пиздец. Кажись, наверное, надо будет, если сохранилась старая запись, объединять, чтобы вы полностью увидели. Просто уже на главу третью нахуй прибежали. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда свинтить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю! Ладно, ты тут обожди. А паутину кто сжигать будет или нет? Первый пошел. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так и хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончим позже. Двигай, двигай. Заебись, отпиздили Бурбона. Но вещи-то его остались. Калаш все-таки отдал, да? Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет, тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Так, ну, что, в принципе, могу сказать?
Дробаш хороший был. Ну ладно, судьба. Калаш я выбираю. Что там за движух? Сорян, люди. Ну вам пизда, вы хуй на блюде. Вау. Что-то подвисать стал. Вот это вот мне сейчас не нравится пока. Так, а ты противогаз-то сними. Чё-то ебан. Хуя себе у него ебало. Что тут не так? Лёг? Блять, откуда? Воу! Бля. Вы крысы, да? Черт. Тихо. Сейчас я по уму сделаю, не сядь. Здорово. Сейчас FPS, кстати, просто супер выдает. Прям охерительно, я даже так сказал. Пацаны, не получилось у меня. А вот ты, сука. Выебас очень туда. Я их охреневаю, вот это вот я понимаю, сейчас запас-то пополню с них. С дебилов-то. Сухар. Пускай я, наверное, там. А тут есть что? В натуре ни хера нет. Так. Вон, погнали. Сейчас всем въебу. Кто тут против? Долбоёб, блядь. Ну давай, помри ты уже, заёб. Никто и меня не видит. Блядь, выеблан. Кто, блядь, долбоёбы в метро взрывчатку взрывает? Ну да, конечно, только вы, да? Жаль то, что я пока не могу научиться выбирать между ножом и еще чем-то, чтобы бросить, потому что... В натуре беда. А может быть я вот так вот сделал? Ну-ка, пацаны, ловите. Ну, сука! Готовь вазелин, бля! Хотя бы вот эту могу бросать. И то хорошо, что хоть могу взрывчатку бросать. Это у нас тут что? Чайничек. Так, сейчас я вернусь, погодите. Летите вас в жопу.
А, ловушка, блядь, была, я понял. Я дебил пробежался. У нас что? Лабиринт. Ты че, накуренный? Уйди. Блять. Да все, хорош. Да хорош. Я, кстати, хочу сказать, он сейчас вообще что-то не пал. Все. Блять, хера его развезло, он нахуй вообще неуправляемый что-то был. Так. Вот что лучше, дробаш такой или вот такой вот пистолет? Мне кажется, пистолет мне много бы не помог, а вот такой вот дробаш самое оно. На будущее-то. А там дальше нет ухода? Ну, заебок. Нет тут ничего, да? Окей. Просто какой-то тупо склад. Давай, да открывай ворота. Ты тащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или голокоп? Артём! Бля, нет, бурбон. Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской. Бля, бурбон. Нужновато для моих старых костей. Если ладно, я буду хранить твой автомат. Если судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Бля, бурбон. Он же мне жизнь спас. Бля, вообще, вот это вот сейчас печально было. Бурбон, это же бурбон. Ну ладно, бурбон, я буду хранить твой автомат как память о тебе. Наверное, такие люди, как бурбон, родятся с петлей на шее, всю жизнь ходят по краю, рискуют всем ежедневно. И им кажется, что они всегда сумеют вот так бегать от смерти. Только от нее не убежишь. Если всегда ходить по краю обрыва, рано или поздно сорвешься. Зачем я себе говорю это? Чтобы убедить себя, что не виноват в смерти бурбона? Что он все равно бы кончил так же, рано или поздно, потому что сам выбрал для себя эту судьбу. Говорю, чтобы не слышать другой голос внутри себя, который твердит, что я мог его вытащить. Мог как-то поменять его жизнь. Он ведь не был таким плохим. Следующую страницу, пожалуйста.
Ладно, прости меня, Бурбон. Прости, брат. Не смог я тебе помочь. А тут патроны. Между прочим. 3 штуки. Ну пойдем. Что ж, мудрое решение. Хули не идти-то, блять. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Не тебе одному, мне тоже. Так, у нас времени-то сколько? Так, 16-13. Ну, нормас, нормас. Сейчас еще немножко сыграем. Ну-ка. Кайф. Сжигать паутину — это кайф. Хочу сказать я вам. В натуре кайф. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Да ну нахуй, пиздишь. Кто они? Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Ты чё, ебанутый? Я, блядь, знаешь, как сейчас обосрался, блядь. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Как тебя пойдем. Тоннель может знать, а? Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Ну-ка, Хан, ты чё-то магический какой-то. Куда побежал без меня? Ну тут точно сжечь надо. Где ты? Сорян, я сожгу. Пиздец. Я начинаю понимать, что тут было. В сторону, Артём. Да прям за тобой встал. Поезд-призрак? Заебись. В натуре заебись. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же.
Замри и смотри вперед. Смотрю. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Молодцы, пацаны. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Так ты пойдешь или че? Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай ла... Малор. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Ну вот это вот уже что-то, ну, фантастика просто, как так-то? Не может быть, чтобы атомные бомбы взорвали вот даже такие переходы. Просто фантастика. А, дьявол. Что такое? Хуя себе, в натуре дробашек стоит пиздатый. Сосредоточься. Ага, на чем? Блять. Пошел нахуй. Да ты-то тут откуда, крыса ебаная? Кто еще, блять? Сейчас повеселимся, блять. Поганый ты, блять. Ты понимаешь, что такое, блять? Несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Ну и пиздец. Идем же. Тебе вообще посрать, я смотрю на все, да? Да, блядь, прыгай. Сосредоточься. Если опять монстр, у меня дробаш охуенный. Не надо. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся. Замри. Пизду. Что это такое? Шаровая молния, вы реально?
Что тут забыло? Мы называем это аномалией. У нового мира новые болезни. А ну заебись, аномалия. Ну не зря я дробаш новый достал, если честно. Страшная вещь, да. Но на самом деле она не злее, ну скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Ну то ж небезопасно-то я давно понял. Будь осторожен. Хуя прям до костей жрут, суки. Погоди, ща. Сейчас все будет. Не боись, все нормально. Готовься. Чудовище возвращается. Блять. Сзади, блядь, хан. Нам долго сопротивляться, а, ханчик? Блядь, да в натуре вы, блядь, три впритык, сука, стоите. Как я по вам кому-то не попал? Сука. Хуя вас тут, блядь. Да хернище. Сейчас, ну-ка, стой, раз. Хороший дробаш. А, он сразу по два стреляет. Ебать, я понял. Я все понял. Будь наготове. Вмешиваться не стоит. Блядь. Заебись. Охеренная вещь, хочу сказать. Вот так оно и происходит. Живой пример. Нам сюда. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Давай. Сука, побежал. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего.
Ладно, дорогие друзья, с вами был Totem Pout. Это у нас сейчас уже скоро новая серия, вот будет начинаться с Тургеневской. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч и всем пока, ребятушки.